Первого раза у нас не было изображения. С вами Алексей, Юлька, это HFM Games. Если вы смотрите в офлайн, если вы смотрите в онлайн, то Чувак. Это Twitch. Тоже можно сказать HFM Games. С вами Catwoman бегает в шортах, как вы сейчас видите, да, все? Да. Пишите, если у вас есть изображение. Так, что, пойдем? Что ли, тут все смотрели? А топорик не будешь брать? У меня же ничего не помещается, он мачете. А я возьму. А я возьму топорик. Сейчас я могу куда-нибудь. А я возьму мачете. У меня был какой-то скин для мачете. Сейчас я его применю. Блин, так-то у меня два топорика. У меня будет крутой мачете. Быщ. Воу, хочешь покажу? Подожди, смотри. Юлька, я на сейчас... На нем тут написано. His, стрел себе regard. Накрафчу. Воу. А вот, крафт макс. Сразу же нажимаем и все. Есть. Что ты не проверил? Ящик у потрошки? Изображение в прошлый раз было, когда ты сворачивал смотри, еще рук. Радио. Кто? Зомби? Ты что не смотришь-то? Я стрелы крафчу, мне некогда. Вот, мы все видели, как Юлька с первого раза завалила зомбаря. Это очень хорошо. Я мастер уже. Да, у Юльки сегодня рука такая легкая прямо, целится хорошо. Так, делаем давно, очень хорошо. Поэтому даже переживать сегодня мы не будем. О нашей безопасности. Юлька нас спасет. Да, Юлька? Голожопый, да. Юлька нас спасет. А что такое? Ни хрена себе топорик, ты чё? Я выкинула. Зато взял мачете. Серьезно, что ли? Смотри, какой у меня крутой мачете, на нем что-то написано. Я вот это выкину. Ну посмотри ты уже, пожалуйста. Давай. Вот с той стороны. Да, вот ни хрена не видно, вот. Темно же. Видишь, что-то написано? Сейчас бинокль возьму. Видишь? Бинокль возьму. Стой. Стой, не трясись. His regards. Что это, ребята? Ой, зомби идет, все, пошли. Типа, этот мачете самый лучший из мачет. Не знаю, я купил какой-то скин. Это ты покупала его, что ли? Да. Стой, подожди, Юлька. Надо осмотреться. Давай. Так. А у меня так тоже есть бинокль? Впереди. На 5. Впереди я... Сзади зомби. Вижу туман. Не переживай, я тебя прикрою. Зачем? У меня куча стрел. У меня тоже. Вот в того зомби я бы пойду сразу же, смотри. Воу, промазал. Норм. Норм вообще. Ну пошли, о, глянь, кто-то базу строит, надо смотреть. Вот у них там машины есть. Юлька, это нереально. Что-то приближается. Шпарит у меня твой кулер, короче, отодвигаюсь от тебя. Отодвигайся. Нереально просто. Так, а здесь микрофон, если я буду его шевелить, то все будет шуршать у всех. Так. База какая-то тут. Прям по курсу. Это переводится как самый желанный. Самый желанный, самый любимый. Есть такая песня, нет? Нету? Вроде была какая-то такая песня. Впереди базы. Green and yellow cap. Слышишь? Я кэп разорвал. Да, да, да. Пойдем разнесем эту базу. Где она, смотри, мать? Смотри, как я прикольно смотрю через шлем. Сука, нигеры, выходите. Кто? Как чё? Я смотрю через шлем. Через шлем, что ли? На луну? Да, это, конечно, красиво. Вообще надо прямо заскринить. Стой, подожди. Ну-ка. Да, как, ребята? Как? F12? Да. Пум, отлично. Все, пошли. Отлично. Ты слышал? Нет. А что такое? Или мне показалось? Никого не слышала. У меня тут звук еще убавлен. Сейчас. Кстати, у меня что-то тоже как-то звук убавлен. А ребята, у вас как звук игры? Потише, погромче? Я же в легкую сейчас накручу. Ты куда без меня побежал-то, я не понимаю. Так а что ты стоишь? Ты сейчас зомбаки... А ты что, назад пошла, что ли? Нет, вперед. Смотри, как страшно я исчезаю в тумане. Вообще Silent Hill, короче. Пора доставать оружку. Смотри, тут есть... Застрелим сейчас всех. Прикольно, да, теперь въезд с машинками прям можно на базу въехал. Mm-hmm. Что, тут есть какая-то машина? Нет, не вижу. Не вижу. Знаешь, что ты самый первый, самый желанный, самый любимый. Я думаю, чувак хочет мне совет написать. А он мне слова из песни пишет. Нормально. Ау! Сейчас с тобой волк побежит. Волк говорит не ау, он говорит аум. Ты знал, кстати, об этом? Аум. Да, аум. Да, откуда аум? Аум. Опять радио. Опять радио. Заберем. У меня уже две штуки есть. Так, это трубы нам трубы не тоже... нужны вообще. Ну нет, вообще трубы надо собирать, когда машина нет. Будет, да, хотя бы. Там потрошки. Трубы вообще четкая тема, когда есть машина. Потрошки. Если будет у тебя что-нибудь для моего дробаша, то сразу же давай. У меня тоже есть дробаш. Не жалей ничего. Нету. Так, выходим на улицу, пора осмотреться. Так, что тут у нас? Мост. Ничего не видно. Это бежит. Ну, пойдем дальше. Юлька в шортах. Внимание, смотрим. Спускается с горочки, прыгает. Сейчас, погоди. Бежит погоди. По мосту, остановилась, смотрит на меня, что делать, и я побежал ну, за ней. Ну, ты чего? Я хотел и мог тебе какой-нибудь показать. Давай.
Ну, это клево, конечно, эмоции. Да-да-да-да, иду. Пришлось все перепробовать. Тихо немного звук, и все слышно в вас. Ой, смотри, полянка. Не хочешь подобрать ягоды? Все, окей, все слышно нас, игру, да? Полянка ягодок собирать. Ягодок? Мы же все-таки как-никак выживаем, нам нужно кушать. А, все, давай, пошло, движуха, давай выживать. Ягоды собираем, как звери голодные. Бам-бам-бам-бам-бам, насобирал. Может, где-нибудь под мостом постоим, пожрем их, а? Давай. Вот тут как раз дерево есть, чтобы сделать костер. У меня есть вода. О-о-о, там зомбари стоят, ты че? Я на том вон берегу? Еще один там плетется. Да-да-да-да-да. Все, все, они нас спалили. Юлька, все, уходим. Пошли. Опасно. Неудачное место мы выбрали. Ой, что-то я запрыгнул. Лех, какие обновления и нововведения в игру были с начала лета? Меня. Да, чувак, мы сами второй раз за лето играем. Что-то радио вот, какое-то видишь, ввели. Девушки появились. Ну-ка, покажи что-нибудь, что у тебя отличает от мужчины-то. Ну-ка, сними бронежилет. Давай посмотрим на твои. Блин, я, к сожалению, не могу снять, у меня места какое самое мягкое нет. Слово подобрать для этих частей тела, я даже не знаю. Ну покажи там жопу, сиськи и что-нибудь. Смотри, сколько зомби за нами идет. Где? Вон где, там, где, на горизонте, откуда мы шли. А вон там сбоку, смотри. Какая страшная там, картина. Побежали, а мне как-то стоять. Да, движение уходим. Жизни. Подожди, там зомбак прямо. На мосту, он хочет уйти там жизни покончить. Стой, это я должен сделать. Стой, Юлька, не подходи к нему. Не подходи, пожалуйста, не подходи. Стой. Ты издалека его хочешь убить так? У тебя стрела не долетела. Не долетела, конечно же. В тело попало. Мимо пролетела. Попало. У тебя сзади зомбари. Он все стоит. Ах, скотина, хотел, чтобы он упал вообще-то. Стой, подожди, не подходи. Сейчас. Эй, мужик, ты хочешь спрыгнуть? Да, на, лови. Прощай. Отлично, даже отлично. Даже не в воду падал, представляешь? Я думала, он топиться хочет. От жизни такой суровый. Так-то стало намного атмосферней, да? Очень много тумана. Азар какой-то тут пришел, что-то говорит в чат. Ну смотри, мы оттуда пришли, давай вот туда. Не-не-не, мы не оттуда была. Пришли, ты там че? Там дамба, мы круг такой сделаем. О, и чувак, это что за чувак, бежит. Азар, он, по-моему, в прошлый раз там играл. Здорово. Здорово. А, вон еще там чуваки бегут. С волками. Пойдем в Гранбери, Юлька. Я не хочу в Гранбери. Ну пойдем в ту сторону. Ну пожалуйста. Мы же оттуда пришли. Ну пожалуйста. Мы с Гранбери? Мы не с Гранбери так-то пришли. Ну там дамба, мы же дамба. Сфигали. Практически. Нет. Я тебя отвечаю, мы вообще правильно идем. В той стороне ой, интересно, никак. В другой неинтересно. Да, кстати, светлее. Музыка страшная. Вот, в общем, чувак, вот такие вот обновления. Появилось у нас тут деваха бегает. А что такое? Патроны стоят. О, нифига себе. Я возьму-то. Все мое. Все забрали. Так, пора доставать бинокль. Кто у нас там? Раз, два. Здорово, Лё. Три. Здорово. Мясняк какой-то. Три зомбаря. Мясник. Добавь нас в группу. О, четыре даже. Капец, тут нельзя, тут нельзя останавливаться. Тут надо просто бежать. Вон еще один там бежит справа на пригорке. Тут их просто, блин, тьма, короче, вообще. Может, запремся где-нибудь в домике и тихонечко перечикаем их всех, а? Пойдем. Стой, кто-то что-то стрелял, мне отказалось. Я не слышала. Все, достаем ружбайку. О, что-то страшно, слышно, надо быстро бежать. Вообще, смотрите, просто пристали, они отстают ведь, а? Так тут можно отстрелять. Короче, что бы такое взять, чтобы было легче бежать? Вот вообще ничего. Да, то есть, ни хрена себе, меня зомби перегнал, Юлька. Ты за мной бежишь? Да, за тобой прямо. Что это, смотри, огонь, тут кто-то костер разжигал? А, это бочки. Опа, гость потрошка. Быстренько берем. Будем тут лутать? Нет, что тут есть вообще? Так-то можно полутать, потрошка. Да, но я... Забегу, пожалуй, сейчас вот в этот домик, посмотрю, что тут есть интересно, пока там кипиш. Ага, патроны, мачете. Что-то еще. Ой, страшный чувак, ты меня догнал. Что ты меня пугаешь-то? Какой-то ботинок, что там валяется? Так, тут Азат уже всех перелутал. Патрошки. Идем в следующий домик. Можно в машинах еще проверить. Бутылка, патрошки. Ага, еще патроны. Ну, вообще прям нормально. Обожрать ничего нет. Ножик я возьму.
буду их им, короче, всех чикать. Так. Так, это ну, что вот у нас? Футболочка. О, шкафчик со шмотками. И что мы там имеем? Ни хрена нету, есть только ткань. Ну да ладно, заберем. О, лук нормальный. Отлично. Там как долго подходит. Идет стрим? Стрим начался буквально минут 10 назад. Так, ножи, мачете. Че, Юлька, ты где? Я в домике. А в каком? В каком-то. Так, солнышко-то встает, да? Покажу. О, действительно, сейчас будет, ребят, такая красота, день солнечный. Вот, просто. Я здесь, я в самом начале, где мы пробегали, а вы где? А, я вот мы на той дальше, стороне. Мы дальше, да, давай. Куда пойдем? Полутал два домик. Давай, давай, Юлька, все, мы ждем тебя. О, кто-то заказал у нас объявление. Что пишет, что пишет? А, ищут нам... Задонатил 90 и сказал спасибо вам за то, что делаете ролики для нас. Послесловие, я смотрю вас 2 года. Это круто, чувак, спасибо тебе. Да, 2 года. Здорово, что остаются преданные подписчики, которые смотрят нас 2 года. Радуются. Так что спасибо, ты хотя бы представился, как тебя зовут. Подписался, так сказать. Там имя пишут, но имя, к сожалению, не показывается. Но... Да? Да. Ну, здорово. Спасибо тебе, чувак. Копим на процессор дальше. Ну, что-то ты у меня подлагиваешь. Это я не вижу имя. Так-то на экране оно будет, просто я немного в другом месте информацию читаю. Так, ну что, ребята, мы бежим в любимое мною место. И нелюбимое Юлькино место. Угадайте, куда мы бежим? А, Юлька, можешь угадать? Плизентуале? Нет. Гранбери? Конечно. А смысл-то бежать? Смысл бежать, город захватывать будет. Там... У нас ни ресурсов, ничего. У нас и ресурсов нету, ты чё, мать? Давай машинку искать, у а? У меня вон два оружия, лук там, у всех вообще, вот смотри. Давай искать машинку. Так, мы там найдем и машину, и паровоз, все найдем. Вообще все найдем. Лёва, ребята, у как у нас проблемы? Дела? У нас дела отлично, как а дела как у вас? Как энергию поднять? Пожрать. О, давай остановочку где-нибудь сделаем. Мне надо ягод пожрать. Срочно, срочно, прям вообще. Знаешь, как у меня палка. Где-нибудь. У меня где-то. В беспалевном месте вот так вот встану и начну поедать ягоды. Всего 5 штук, чего вы шутите? А, вон там, до хрена. Юлька, а есть у тебя что-нибудь такое? У меня были одни консервы, я их сживал там. Ну ты вообще жмот. Я же тоже помираю. И сама ем ягоды сейчас. Ладно, ягоды есть вообще-то полезно, потому что... И водичка приходит, и да. Жрать не так хочется. Это да. Спрашивают, почему Юлька бегает без штанов? А! Волк, волк! Волк! Стой, не будем тратить. А, как он быстрый. Бейте же его. Мясо, мясо возьмем. О, господи! Юлька накинулась их херачит всех подряд, даже вот кому-то мужику достался, или как он у них? Я даже немножко, у меня здоровье попортилось. Да? Да, но зато развести бы костер, поесть. Ой, бы смотрите, мясо. Какое красивое солнышко, это восход, котром ребят. Котром можно тесаком мясо разрубить. Что вы сказали, я не очень расслышала. Тоже не слышу, что за сервер, спрашивают. Еще раз говорю, что это сервер Казань. Казан. Да. Прикольный так, сервер, мы там давно было, играем. Кто конечно, они бьет? Тут мало чем отличаются. Кто меня побил? Кто тебя побил? Надо давай, тебе... давай застрелим его. А Азад зачем ты меня побил? Тарк нафиг. Азад, зачем ты побил Юльку? Он, наверное, хотел волка разделать. А не получилось. Так, 3 радио, что это за дела? Зачем? У меня тоже куча радио. Короче, выкину все лишнее, просто. Нахрен оно нужно. Надо покрафтить бандажа, потому что его так, куча. М-ку положим. Девать некуда уже. Эх, М-ку мы никуда, значит, не положим. А что такое ИТМ-2? Это типа... Я не знаю. Типа бинокля там, да, какие-нибудь с компаса воткнуть. Такая шляпа, наверное. Да? Наверное. Типа карты, наверное, нет? Карты и так будут работать на букву карты М. Будут работать. А ножик залезть, и ножик не залазит. Козлы. Жаль. Так. Вы нашли какие-нибудь варианты кухни? Да пока нет, пока... Не нашли. Ну мы подыскиваем так. Потихонечку. Да, потихонечку подыскиваем. Че вы, ребята, там кипишуете? Че вы там делаете? Посмотрю на вас бинокль. Нафиг таскаю кроу-бар этот. Это оружие не помещается. Так,
Так, сейчас я иду. Юлька, а где такой шлемак-то ты откопал? Я что-то не пойму. Какой? Ну вот такой, какой у тебя. У меня в инвентаре лежал. Да? Да. Ну ты от тебя. А тут я свезло. Выбросила, если тебе надо. Тебе надо? Я его выбросила, где тут валялся. Да ладно, а нет, у меня есть собой. У меня есть простой шлем. Азазас в группу хочет к нам. А, он, наверное, сейчас сам тогда всем приглашение кинет. Азат, ты тогда кидай всем приглас сразу. А во. Yes. Сейчас мы будем все подсвечиваться. Очень удобно, кстати, да, здесь группы сделали. Что мне какие-то очки прикольно. Уродливые? Я хочу красивые очки. Кто-то предлагает нам свою недостроенную базу на этом серваке. Нет, чувак, нас база не интересует. Мы, не ищем, мы свободные волки, мы идем подминать под себя весь город, поэтому нет. Нам одной базы слишком мало. Да. Да. Ну что, все готовы, все в группе, все отлично. Так, пора, ну я чуть поел, ну пошли. Пора выдвигаться. Никого вроде на горизонте нету, никаких левых тел не бегает, но все равно мы достанем. Достанем, да. Вот есть один какой-то зомбарюк там. Ну да ладно. Да это ерунда, все, бежим. Вон бежит один зомбарь. На нас. Зомбареныш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята. Давайте как-нибудь спустимся тихонечко на дорогу. Нафиг они нужны вообще? Связываться с ним. Блин. Я вот пойду по другой стороне. Так и все. Сейчас. Запрыгнул. Давай. Я убил тут троих. Чё ты? Вот это я плаваю. Смотри, Юлька, смотри, я умею летать. Ребята, я умею летать и нашел баг. Вот это передвижение. Я убила всех. Чё всех, ты? Что ли? Да. А я летаю зато. Я полетел. Ну что ты, давай. Я полетел. Они шапки. Так, очки нашел. Ладно, возьмем, может потом. Азат умер. А, Азат лежит. Азат лежит? Что это? Зачем ты лег? Ну, захотелось, бля, волчара. Так, ну мы бежим. Так, впереди пока никого. Вы мясо достаньте, по... Ни у кого нету, что ли? Смотри, какой чувака крутой арбалет, где он его достал? Ну-ка. Смотри, видишь? Неплохо, да, вообще неплохо. Сейчас мы, короче, зайдем в город на рассвете. Вон там еще один какой-то бежит. Дурачок. А, он за кроликом бежал. Он хотел кролика скушать. Ой, да их тут тьма тьмущая. Не останавливайся. Ладно, давай, все, до города втопили и побежали, короче. А че я зависла-то с луком? Я же не зависла. Так, какие, чувак, тебе не приходят уведомления на почту? Или куда там не приходят? Ого! Установи просто плагин, я так понимаю, ты о стриме говоришь, и у тебя в браузере будет появляться уведомление такое, ба-бам, стримчанский типа начался. Много чуваков в шлемаках. Красота, смотрите, какая картина, красота. Страшно. Бежим мы поутру в город, называется. Ой, смотри, кто-то базу построил, слышь, прикольно. Ой-ой-ой, что-то зомбаков-то тут прям пруд-пруди. Ребята... Очень много, прям... На каждом квадратном метре по зубаку. Смотри, какая клевая база. Взорвана? Освещение красивое стало. Глянь. Или что это? Не знаю, пойдем посмотрим. Сюда зомби доходят, поэтому мне не пойдет. Рестрак. Там ничего нет, ничего нет. Можно забежать на вышку, посмотреть, что там. Они за тобой... Дойдут. Закрывайте шлагбаум, не пускайте уродов. Юлька, ты где? А, вон. Давай догонять, там волк еще, ну. Какой шлагбаум? А, вон ты впереди далеко, да? Да, я всех привел, брат. Че они на волка не нападают? Пойдем мы здесь по домикам походим. Ты наверх ушел, ты. Да. Пойдем. Ребята, за мной! Ой, бля, я упал, кажется. Ну пошли. Пошли. Только надо сначала отстать от них. Они вроде за кем-то там пристали. Кому-то. Че, в рассыпную?
В рассыпную, так я за тобой бегу. Да? А вон двухэтажный дом, пошли в него. Чувак говорит, там, сейчас блядь. Приеду, говорит, у него машина есть. Да? Нам нужна своя машина. Натопить там все, давай сюда. Закрываемся двери сразу. Баррикадируемся. Я в гараж. Все закрыто. Гаража дверь открыта. Все, закрыл. Вон сколько кто зомбарей ходит. Интересно, они баги-то поправили? Зомби не залезут сюда? Как, блядь. Ну, орут они страшно. Что-то вообще, что-то прям... Ой-ой-ой, они волка зафигачили. Смотрите, да? Смотрите, как они едят. Сейчас мы достанем бинокль. Давай, хочу на второй этаж. Второй этаж хочу. Ну, дай пройти там. Давай, я пущу тебя. Пущу тебя, иди. А вот отсюда сейчас посмотрим, ребята, поближе. Подойдем поближе и изучим, что они делают. А вот он накинулся на волка, жрет, летит кровь, кишки. Фу, какая гадость, мерзость. Ну-ка, смогу ли я его застрелить через окно? Эх, ой. Они сейчас будут заходить. Через окно? Да. Серьезно, что ли? Да. О, потрошки нашла. Это я удачно заглянула. Так, стойте. Все еще в доме? Ногу ест, смотри. Один бегает там что-то. Ой, бедный волк. Они двое едят? Да, они вообще такие психованные, смотрите. Страшный страх. А ты что тут стоишь? Травчу. Ой, да... Ой, ты откуда тут взялся, Азат? Ну что, пойдем? У тебя прикольно, это шортики-то вообще зелененькие, оказывается. Крутые шорты? Ну да, ничего так, нормально. Че, достаем лук. И куда мы идем? Давай выходим через... Давай через задний вход. Да. Там уже ходит, правда. Ох ты, бежали! Вот отсюда, сюда. Сюда давай. Ну ты куда? Ты бегу, где? Бегу. Вот я здесь. Ты куда? Все, я бегу с тобой, беги. Может быть, здесь где-нибудь есть машина? Нет, по-моему, здесь машины никогда нет. Полицей пойдем или куда? Здесь до хрена всяких зомбарей. Короче, надо... Назад босиком бегает. Дайте ему штаны. Надо в Pleasant Valley, Юлька. Пошли. А тут же в Гранбери теперь тоже полицейку сделали. Как чувак сказал. Здесь есть полицейский участок. Пошли посмотрим. А, точно Pleasant Valley или что? В Гранбери делали полицейский участок. Пошли. Я понял, а это Pleasant Valley. Это Гранбери. Какой самый большой город? Ну, на карте посмотри. Е6. Вот здесь мой. Это какой город? Как он называется? Гранбери. Ну, Гранбери, там всегда был полицейский участок. Pleasant Valley был полицейский. Ой, а ты хрена, куда бежишь-то? А я фиг его знаю. Ты же неправильно бежишь. Пошли в город. Точно, я вообще в другую сторону бежал. Да, неправильно, пойдем назад. Смотри, сколько их там. Слышь, на кого-то набросились. Кого-то они съели, пошли что вот ли? Пошли вот так вот отсюда. Вот так вот. Интересно, кого они там съели? Может, Азата зафигачили? Не, Азат, все брат! Все за нами. Да? А, ну нормально тогда. Через сколько примерно будет готова игра? Ну, зависит от того, сколько времени мы посвятим ее разработке. Я зашла и закрыла дверь. Ну, это как бы прикольно ты замутила, но... Ну, не закрыла. Выходи, я жду тебя во дворе. А ну, выходи. Я хотела найти себе обувь. Все, Юль, пошли. Все, давай, побежали. Давай, за мной. Надо перебежками вот по дворам бежать. Ты прям напрямую бежишь. По дороге, главное. Я ищу. Там нету. Где-то должен был быть проход между двумя дворами здесь. Видимо, не здесь, а дальше. Пошли. Ой, ё-моё. Да наплевать, побежали прямо. Вот, прямо, потом чуть левее, и мы как раз дойдем до города. Так бы еще куда-нибудь бежать. Сколько планируете стрим? 10 часов. Мы уже отстримили 9 часов 40 часов. Минут. Да. Да, еще осталось. Немножко совсем. Чуть-чуть постримить. Во! Вот я про этот переход говорил между дворами. Сейчас половину говнарей отстанет. А че мы не в один дом-то не зайдем?
тут-то. Ну, здесь вот можно, вроде вот забарение. Давай. Не так много вот с этой стороны. Большой. Я схожу. Давай. Я пока осмотрюсь, там что-то. Так, давай, все видите, вроде закрыто. Так. Ну, к нам уже бутылка, бегут бутылка. Друзья. Я, Юлька, в следующий зайду, короче. Ладно. Так, достал на всякий случай ствол. Чего тогда никто не закрыл дверь? Ну, ты же одна туда пошла. Ты в машинах аккумуляторы ищи. Так надо искать в этих. Офигеть, я нашел. Да? Да. Ты что, лезет? Mm-mm. Ну ты уж умести как-нибудь. Сейчас буду выкидывать всякую хрень. Дайте обувь. Топор выкину. О, наручники, ну нафиг они нужны. О, кофе. Все, я взял. У нас есть аккумуляторы, ребята. Уже найти машинку. На порядок ближе. К тому, чтобы найти бибику и завести ее. Так, ты по домам там ходишь, да? Нет, я здесь стою. На улице. Это кто бежит? А это кто? О. Так, ладно, все, сначала выхожу, голову такой не подгрузили. Пошли, чувак, пошли. Шестерки. Леха, передай Алине Котовой привет, пожалуйста. Все, я передал. Привет. Вы привет, лучше заказывайте платное объявление для такого случая. Да. Побежали. Там Азат не вышел. Азат! Все, брат, вышел. Вот он. Бежит. Идет, да. Не могу запрыгнуть, ну фиг с ним. Побежали дальше. Так похоже на настоящую машинку. Но она, к сожалению, не настоящая, да? Да. Юлька, ты че где? Бегу сзади. Ой, волк еще прицепился, засранец. Да пофиг на него. Сейчас он зомби его съест. Я в город побежал. Все равно все бегут с тобой. Я, короче, знаешь, тебя не вижу, бегу за волком. В какую сторону он бежит? А волк бежит за мной, да? Да. А я подожду чего. Давай. Да ладно, хер на этого волка вообще. Все. Бежим. Конец. Бежим. Волку поганому. Ура, мы приехали в город, ура. Леха, будет ли H1 бесплатным? Если о, я пошли. Был бы создателем этой игры, я бы тебе дал четкий ответ. Но я не знаю, я не в курсах вообще. Пошли в пятиэтажки. Обещали, что будет. Разожжем там огонь. Пойдем. Только бревно для давай этого вот надо. Та, которая на, чтобы огонь разжечь, на пригорке бревно стоит. Надо. Чтобы разжечь огонь, бревно надо. Я понял, вон там спереди есть эти кусты. Так, зомби. Давай попробуем тебя встать, тебе прыгнуть. Нет. Ну-ка, стой, подожди, может быть, не надо присесть. Давай. Юлька! Давай. Не, не получится. Все, они тут идут, пошли быстрее. Убегаем. Их тут куча. Да. А как мы дерево будем рубить? Я не понимаю. Давай, кто-нибудь отвлекает, а кто-то рубит. У тебя есть место в рюкзаке? У меня там место есть. У меня просто даже топора нет. У меня тоже топора, кстати. А, нет, нет, я его выкину. Вот, блин. А кто будет? Давай погнали, короче, в здание. Посмотрим, что там. А это чем тебе не здание? В других зданий дверей нет. Я тебе про него и говорю, погнали в него. Так у нас нету. Разжечь костер даже нечем. С тобой куча народу бежит. Ой-ой-ой, а что вы? Они все за мной-то, я не помню. Блин, страшно сейчас за тобой туда идти, знаешь. Можно я пойду в другое здание? Я вроде успел закрыться, да, от них? А, открой. Открой. Где дверь? Так. А, я закрыла снаружи, вот черт. Что это вообще за бредотня такая? Я заблудился. Я закрылась от них. Короче, запираю все двери, не знаю, откуда они придут. Давайте. Блин, как страшно тут вообще, я один. Пойду постучусь в холодильнике, может перед смертью нажрусь. Бегите сюда. А, я вижу, ты на первом этаже, да? Еще один остался. Че это за шмотка лежит? Ура, все, мы закрылись. Ой, ребята, я рюкзак нашел. Мы бежим, ты на каком этаже? Спасибо.
блин, такое ощущение, что они где-то вот рядышком вообще. А, вот ты. О, привет, что ты делаешь? Мы всех впустили и все везде закрылись там. Да? Хорошо. Я пойду. Я нашел здесь только один рюкзак. Это наш новый домик. Кроубар. Что-то открывается, нет? Ничего нету здесь? Может... Ой, ломик, нифига себе. Повыше пойти. Жаль, только места нет. У меня ломик тоже где-то был. Я его... О, топор есть, оказывается. Короче, ребят, вы как хотите, я ЕМ-ку выкидываю. Юлька, возьми, если есть место. У меня нет места, к сожалению. Их очень много под нами, судя по всему, да? Я ем ягоды. Эй, мужик! Да, их очень много. Под нами. Так. Палки-палки-чалки. Кухню-то облутали, да, уже? Да. Можно было бы голодай, сделать кофе, а? Вместе. Кофе. Пошли на дальше на этаже. Пойдем. Ой, а компас нашла. Я не знаю, как выйти нахрен отсюда. Да там двери входной нет. А, вот. Потрошки. Короче, я на крышу поднимаюсь. Хочу осмотреться. Ладно. Мы захватили дом. Это наш первый дом, который мы захватили. Воу, что за баг? Пират? Слушай, баг какой-то. Да вот подняться не мог. Не знаю, что такое было вообще. Упали. Ничего. Тоже ничего. Холодильник. Что, на крыше ничего но интересного нет? Ворвались. Так, достаем наш бинокль. Ну, поспать можно. Я еще пойдем не встала, посмотрим на город. На машину едет. Машина едет там, говорят. Может, за нами? Где машина? Спасательная операция. О, там вообще давят, да, все вообще, давит. Смотрите. GTA, короче, первая часть. Вот. Прикольно. Да, клево. О, куда-то она лаганулась и исчезла. А вот снова появился. Бабах! Нормально вот так вообще он? Там можно потом выйти. Призрак просто смотри, Юлька, призрак вообще он раз и исчезает. Он просто очень эффектно появляется. О, все, исчез. Вот он. Эффектный. Зомби сзади тащит. О, да, вообще просто это классно. Так, подойду еще чуть сюда. Смотрите просто сколько трупов. Так, интересно, кто стреляет вообще? Это, наверное, наши ребята стреляют. Я его котнул. Наши стреляют? Ух ты, сколько лута! Просто вообще очень много. Ой, нет. О, блин, не пролетела стрела. А ты, Юлька, чё, где ходишь? Я на каком-то этаже. Блин, стрела, к сожалению, не может уйти. А, это ты, да, его стреляешь? Я хотела, но не выстрелила. Я из лука хотела пострелять. Не попала. Я тут хожу дома, так. Эй, мужик! Меня Путин... О, все, призрак приехал, короче. Призрак прошлого. Это... Как фильм-то был прикольный такой. Горящий... Воло. Мстец, нет, как он... Блин. Не помню название. Фильм такой классный был. Нормально он их всех разносит. Так. Не знаю, это может быть наш чувак, а может быть не наш. Фонарик возьмем. Вдруг он пришел по нашу душу. Смотри, как я опасно бегаю. А чем ты так делаешь? Потому что я вообще опасный тип. Так, патрошечки. Юху! Это что, взрывается? Ого! А это уже опасно. Это уже серьезно. Во, призрачный гонщик, точно. А что бабахнул-то, где? Страшно. Да сколько здесь этажей-то? Надоело лутать. Вроде нет никого. О, патрошечек много нашла. Сейчас раз какой-нибудь в окошке спалим кого-нибудь. О, нормально. Наверняка кто-то где-то шкерится еще, а? Там типа не свои, что ли? Это кто пришел? Кто это пришел? Свой. Свой пришел. Нифига себе, у него ночной прицел просто какой-то.
Ночной прицел, говорю. Прибор ночного видения. Ну чё, давай погнали дальше, Юлька. Ты что-то все лутаешься, что там ходишь, да? Да, я уже все полутала, я сейчас отдохну. Давай, я спускаюсь вниз, наоборот. Пойдем, там нечего делать. У меня ботинки новые. Да, ты просто вообще красавица. Я в зеленых шортиках. Новые взяла, нашла. Красивые. Не босиком, а уже круто. Лёх, поставь качество. Ой, не то, не то. О, сука, снизу шумят. Может быть, опять будем как тогда десантироваться с балкона? Все, это первый этаж. О, сможем мы убежать? Смотри. Давай с другой стороны. Да? Вот. Вот. Выходим. Остальные-то где? Я не знаю, что они там тупят. Ты что, давай ждать остальных. Стой, не высовывайся, Юлька. Ё-моё, нас спалили. Юлька, уходим, бежим. Вообще опасно. Ты где? Машина! Садимся, уезжаем! Так-то их можно добить. Че в машине? Реально сел. Там ноль бензина нет. Я сейчас забью, ты машину взорву. Юлька! А! Ну ты че? А вы че где все? Так я вот тут. Вот, а я тут. Давай добьем их, возьмем их. Там да? Лута вообще, да, наверное, много? Ну, давай добьем. Да, добьешь ты их тут. Че нет? Их нереально много, нам их не перебить вообще никогда просто. Стреляешь по голове. Страшно. Не, надо уходить. Как они действуют, пули в голову, не действуют. Их слишком много вообще. Давай, погнали отсюда. Идешь? А вы где? Ты где? Да что ты? Да вот куда все бегут, туда и ты беги. А все тут на месте, да, бежим. Пошли, уходим. Шапочек. Ну пошли. Говнарей слишком много, нам их не победить. Взорвите машину! Зачем? А машина-то чья? Не знаю, может вот подписчик тут говорил, что приеду. У меня-то жир есть, так что можно было бы его расплавить, но тут не вариант, конечно. Кустики! Давненько мы в город не заходили, сейчас посмотрим, что там интересно. Вон, зомби на крышах просто стоят вообще. Они стража. Они захватили, сука, город. Стражи, зла. Я предлагаю пойти в наш... Там дверей нет, там самый опасно. Любимый домик. Ну да ладно, мы по-быстрому на крышу метнемся, там по-любому может есть. Может быть, полицейские зайти? Полицейские это а вообще где все тема. Остальные? Я не знаю, может, они машину хотят забрать. Я тебя... Я, если что, домик на крышу. У меня 27% энергии. Жрать надо. У меня были консервы где-то. Ой. Слышь, двери поставили. Снова. Давай. Давай, заходи этот. А, ну пожалуйста, ну меня пусти, ну что ты делаешь? Так это ты два раза нажал, я хотел закрыть же, ё-моё. Закрывай. Кипишует. Все, пошел. Что там, есть кто из нас? Готов дверь открыть. Пистик, отлично. Водичка, тоже хорошо. Костер бы разжечь. А пожрать? А пожрать нету, блин, ё-моё. У меня есть. И здесь нету. У тебя есть? Давай. Коль не шутишь. Я на первом этаже. Я на втором бегаю. Ну ты пока ищи. Начинаю помирать просто от голодухи. Ну еще уж не помрешь. Волк. Кто впустил волка? Нифига себе, перчатки нашел. Это ты бахаешь вообще? Нет. Это кто-то из наших. Кто стоит на первом этаже бах. Юль, я перчатки нашел. Везет тебе. Красиво, наверное, выглядит, что так смотрит. Сейчас, подожди, чуть-чуть. Я как пожру. О, ты что делать? Так, это кто бегает? Тут столько молотков, а... Во, видишь, перчатки какие? О, крутанские. Крутанские вообще, рубашка крутанская, и вообще у меня штаны крутанские. Кепка только отстойная какая-то. Так, вот еще один пистолет, патроны, походу, чувак забрал уже. М9. Нормально, сейчас мы, короче, что сделаем. М9, у меня есть... А, у тебя что, какой, под пистолет М9? Или что у тебя?
Что ты нашел? Я, короче, лук выкидывал. Что ты нашел там? М9. Это... 6 патронов. А какие для него патроны нужны? Мне тоже есть какие-то патроны. М9. Так, а еще у меня, знаешь, что есть? Какие для него патроны нужны? Я что за костыля патроны могу скинуть? М19. Какие М9 патроны нужны? Как называются они? М9. Наверное. Не знаю, Юлька. Свои. Сейчас посмотрю. Они мне в магазине, я не могу уже посмотреть. Так, зря, наверное, лук выкинул. Так, должен залезть. Точно, залез. Ну что, идем в полицейский тебе участок? Тебе покушать надо. А, точно, жрать надо вообще. Я на первом этаже. Ты там все был там? Ну так, частично. Че там, ребята, лагают? Че говорите? А, сколько ребята, с вами играет человек? Не знаю, с нами тут четверо или сколько? Еще было один. Трое. Могу тянуть кабачок. Лотерея, слышите звук? Все грозятся с нами поиграть, но никто не играет. Так, я на первом этаже. Тут приходи ко мне, я футболку нашел. Да. Все, бегу. О, даже живот, слышишь, заурчал у меня. На первом или на втором? На первом. Ну давай что-нибудь пожрать, я пришел. Иди сюда. Что, двери закрыты? Закрыто, да? Там все нормально? На, две консервы. Офигенно, спасибо, Юлька, вообще. Ну, еще патрошки нашла. Это хорошо, блин. Какие тебе патроны нужны для М9? Да, мне, у меня два пистолета, два вида пистолетов. Могу тебе один? У меня есть, знаешь какой? Мне все пистолетные, давай. У меня знаешь какой пистолет? Р-380. Есть 380 патроны, с радостью приму. Давай, иди сюда. Я тут. Вот, смотри. Давай. Те какие нужны? Вот 45-го калибра у меня пистолет один. У меня есть 44-го и 380-го. А второй не нужен? 9 миллиметров. Зачем ты мне даешь АК-47? Это не я даю. Мне не надо. Это чувак дает. Мне не надо. Патроны 380-го. Все, забрали, уже хотела отжать, ну да ладно. 380-й. Вон у тебя 4 штуки 380-х патронов. Дай мне, пожалуйста. Сейчас, подожди. Вот мне вот это вот абсолютно не надо. Вообще калаш такой тяжелый. Он меня достал. У меня есть 45-го калибра. Мне нужно 80-го. Подержи, кидай. Овощечка. Ну-ка, у меня есть на калаш патрон? 45-го мне не надо. Кому 45-го нужны? Не, у меня патронов нет. 45-го мне надо. Давай мне 45-го. А 380-го? Можешь себе калаш взять. Не надо. Стагнат, какие патроны стагнат нужны? Вота. Для калаша какие патроны нужны? Воду возьму. Для калаша я не знаю. Наверное, 45. Да? 4,45. Какой у него калаш? А кто-то забрал уже. 45. Кто скидывает 45? Блин, мне это не надо. Я скидываю. Да, я заберу. Да я не успеваю забрать 380-й. Бля, вообще какую-то бутылку схватил. Опять ее взял, ну ё-моё. 380-й. Неудобно все скачет, сука. А? Короче, здравствуйте. Он у меня куча, на. А 9-миллиметровые не нужны? 30, которые вам надо. 9-миллиметровые нужны. Так, вот, для чего тебе? Как для чего? Для чего? Что-то ты все виды оружия, по-моему, забрал. Нет, у меня пистолет есть. Так что мне еще как нужны они. Юлька, Лёха, привет, наконец-то попал на ваш стрим, очень счастлив. А кто 380-й все забрал? 380-е? Может быть, я, Юлька, хапнул, сейчас посмотрю. Что это за лук, он мне вообще не нужен. Нет, что-то не вижу. Кто-то забрал, видно. Я успела только один укрутить. Что такое-то? Дропнуть не могу. Во. Ну что же дропнем? Кэпочку. Это сожрем. Накопилось говнеца-то, ну, вообще просто. Больше, наверное, не надо. 380 заберешь? Это кто-то бегает смешно. А, это кто-то стреляет. Ты 380 заберешь потом? Заберу. 45-й. Да. Все, забираю. Там рюкзаки у всех есть? Просто я рюкзак смотри, выкинул. Смотри, я вообще практически. Только посмотри на меня. Так, МД. Ладно.
Бла-бла-бла. Чё, давай, смотрю, где ты? Я с голыми руками бегу. Ну чё, выходим, все готовы. Блин, нафига я две ружбайки-то взял, вообще не понимаю. То есть я могу еще взять чё сюда? Я так жалко, только никто не дает. Блин, где лук-то выкинул? Там вот у меня вообще оружие, по сути, нет. Лук, ты где? Вот он. О, ништяк, все. Вообще сейчас постреляемся. О, нифига себе, снайперка у кого-то. Так а зачем она нужна, если патронов у меня нет? А на нее какие надо? Вот это нам не нужна. У меня нет у нее патронов. А, волк-то задает. Ты хочешь снайпер? 308. Тебе нужна эта снайпер? Не, мне 300. О, 380 на 4 патрона, Юлька. Давай. Забирай. Я не хочу ходить со снайперкой. Мне со снайперкой не очень интересно. Забираешь? Да. Чувак, спасибо, но мне не надо. Лёв, поставь выбор качества. Не могу поставить выбор качества, потому что это Twitch. Там нужна партнерка. Ну чё, выходим, нет? 44-е мне нужны. Прикинь. Давай пойдем в полицейский пошли, участок. Чё, давай выходим на 3-4. Чуваки, чё, выбегаем? Убегай. Бля, коцнули, коцнули. Сейчас по-любому кого-то сожрут, короче, отвечаю. Я не хочу быть сожранной. Бля, это просто жопа вообще, это жопа, ребята. Зомби. Мамочки, я бегу последний, что не забыл. Что за жесть-то? Это вообще жара какая-то. Бежим в полицейский участок, ребята. Охренеть. За нами целый отряд зомбарей. Целый отряд говнарей бежит. Ух ты, как их много. Вообще, это вроде... не скопились, они со всего города, что ли, бежали? Вроде отстают, чтобы взорвать их всех, а? Угу. Вон олень, давай сюда, братан. Было бы прикольно, если бы они за ним все рванули. А что, вроде так отстали, тихонечко, да? Смотри, тишина. Ну, здорово, да, потише уж намного. Лохие. Сейчас в подвал пойдем. Так, если будут патрошки для шотгана. У меня вообще нету, я даже буду. Для дробасика, то я буду им очень рад. Дробасик это хорошая тема, у меня просто какой-то дурацкий. Побольше бы патрончиков, а еще полицейскую машину там найти. Смотри, чисто пока что почему-то на дороге. Никого вообще нету, да? Пойду машину проверю. Шипы вон там. Давай, я пошел в подвальчик. Вот, блин, какие-то козлы, да шипы поставили. Нет, машины нет. Ой, я нашла батарею. У тебя есть аккумулятор? Или у тебя батарея? А? У меня? Вот смотри, посмотри. Черная? Ты такая? Да, у меня батарея. Значит, она мне не нужна. Так, а чё? Патронов нет чё-то почему-то. Лёха, у тебя место есть для снайперки? Я тебе патроны дам. Не, у меня забито все. Зомби! Зомби, а зомби! Есть? У меня нету места. Давайте лутать шкафы. Нашел фонарик. А чё, ночью прикольно с фонариком бегать? У меня тоже есть фонарик. Вот как раз Итан кладет. Так, рюкзак еще один нашел. Ой, нашла турбо. Турбо что ты нашла? Турбо усилитель для машины. Чтобы ездить быстро. Кто это? Это чё? Хрена, это чё за раскат грома вообще? Кто взрывает что-то? Не знаю, тут кто-то бахает по жесткому вообще. Пойду на крышу, короче, смотри. Еще одна батарея. Кидаю гранатами хотя бы. А, гранатами закидываю. Нормально полетело, давай, баба! Куда тут кинул-то, что-то я не понял. Они сами сняли. За кроликом, смотрите, как бегут смешно. Тут очень-очень много батарей. Сейчас рванет. Или что? Нет, тут больше ничего не рванет. Эй, я тут. Ох, нифига, это они так спалились, что ли? Там я бегаю. Ой, это что за гранаты? Такие дымовые, что ли? Ну-ка, посмотри, там... Никого ли нету? Тут
кто-то здесь базы настроил вообще жестко. Чего они хоть умирают от этого говна или нет? Че это вообще такое? Ух ты, 25 патронов снайперских. Я пойду сейчас снайперки всех... Всех этот, ложить, ты че? Поспать, кстати, можно здесь. Вы че, все забрали? Ты посмотри, там Юлька что творят. Что творят? Вот где, на крыше? Да. А вы наверх поднимались уже? Да, там уже пацаны все, походу, облутали. Иди сюда, у нас тут вообще красиво. Ого! Все в дыму. Че, есть кого бить? Так, что-то все куда-то разбежались. Вон. Его уже кто-то убил. Это он, может, от дыма так сдох. Что, ядовитые типа патроны? А, ядовитые. Ну как же, они же не дышат. Не знаю вообще. Вот это газный, простите. Воу. Это что такое бахнуло? Это я стрельнула, снайпер. Не, вроде нет никого. Там вот граната взорвалась. Где? Там. Так-то прикольно со снайперкой. Ну и чё? Патронов что-то нет тут ни хрена, блин. Они вообще там умирают от газа-то? Да. Значит, я не просто... Тоже выходить туда нельзя, да? Или там нету газа? Здесь там можно полутать. Ничего не О, бегут, бегут! Куча бежит! Не выходи! Забери. Смотри! Куда бегут? К нам вон, бегут, да, что ли? Да, в детском участке куча прибежала. И что-то умирают сразу. А почему они сразу умирают? Что за прикол-то? Так, надо, видимо. У Костяка, кстати, сегодня интернет появился, но... Единственное, что он все игры удалил, до этого места не хватало на компьютере. Я сейчас буду все игры удалять. Ну, думаю, что к следующему стриму он обязательно к нам присоединится. О, ночь, да, опять настаёшь. Страшно ладно, такая. Ладно, я пойду по второму этажу побегаю, может быть, что-нибудь найду. Может быть, и нет. Глазёнки-то вон у них как светится. Вот. Нет, вообще страшно. Вот здесь базу-то, да, надо замутить. Помнишь, как здесь какие-то чуваки палатки поставили, еще что-то, и убили нас. Ну да. Вот сейчас самотоха, иди с фонариком. У меня же тоже есть фонарик. Смотри, как страшно это выглядит. Да. Здание. Очень страшно, но прикольно. Потому что, видимо, они просекли фишку, что все фонарики эти выбрасывают, они никому не нужны, лишнее место занимают. Поэтому их и, наверное, в отдельную ячейку. Стремно, что машины вот нету, она обычно там вот в углу стоит. Она обычно бывает там в углу и здесь еще в одном месте. Но, по-моему, нет. Пойду еще шкафчик полутаю. Я полутал на втором тоже шкафчик немножко. Прям хоррор с фонариком ходит в такое время. Прикольно. По-моему, здесь кто-то до нас уже был. Ну-ка, ну-ка, все ну-ка. Все полутал? Ну-ка, пойду сюда схожу. Ну-ка, дробач. Столик. Дробач. Да, дробачей дофига. Кто-то спал тут? О, как раз я устала. Как удачно я нашла матрас. От них нету. Удачный матрас нашла я. Кто еще что пишет? А когда следующий? Откройте! Стрим? Пустите, пожалуйста! Пустите! Дверь не открывается! Что такое? Дверь не открывает. Да вот азарт тут балуется еще. Это что такое было сейчас? Как что? Будто кто-то что-то... Дверь, как будто ломают стекло, блин. Надеюсь, так никто не балуется. А, это что, куда пойдем? Кидает гранаты им туда. Давайте сходим, ну, например. Зомби! Пожарные. Когда следующий выпуск по разраб. А вы были. Город ты да блоки имеешь в виду. Ну коротко, как будет материал. Минус 1000. На самом деле не хочется прям все подряд палить, там все подряд записывать. Но бывают такие моменты прям дурацкие. Я думаю, нет, что раз в неделю будет выходить. Пойдемте сварим, кушать. Сварим, а у тебя есть из чего костер замутить? Нет. И у меня нету. Надо дерево рубить. Вон, чувак весь в крови бегает, это самый опасный зомби. Предводитель зомби, наверное. Иди. Ну что, идем?
Пошли, выходим, пошли. Нет? О, пошли. Ты вообще что-то я смотрю приодел. Ну-ка стой, посмотри. Во, сейчас видно, что ты девушка. У меня крутая, сейчас погоди, сниму. Кто крутая? Блин, не, не могу. Футбол хотел показать. Сейчас а что это у тебя на лице-то? Зачем тебе это? Бандана, маска. Бандана. Из тряпочки делать. Не, ну круто. Это что такое? Это мое? Это у тебя что-то. Ой, это мое, смотри, какая у меня футболка крутая, это моя бронезащита. О. Да, кстати, прикольно футболка, да. Клевая вообще. Все, обратно в броню. Ну что, пойдем нафиг отсюда. Все, пошли. Куда идем-то? Куда идем? Ты я что, освещаю открыла, дорогу! Что-то? Охренеть, ты что такое? Ой, что такое? Что тут газ какой-то? И что, ты умираешь? Что тоже? Да. У меня в глазах раздвоилось. Никто не сказал, что там какой-то газ. А у меня ничего, у меня все нормально. У меня прям раздвоилось. Я за тобой, короче, бегу. Ты свет только не выключай. Во-во-во, это кто палит? Че вы, ребят, было? Что там, все страшно. Там бежим. Не знаю, куда они. Может, в церковь заглянем? Там не надо. В церковь в другой стороне. Вроде отстали. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек у нас. Ну, в церкви, я думаю, тоже не прикольно. На, машину искать. Столько баррикад, да? Все, здесь зомби уже должны отстать, наверное. Подождите меня чуть-чуть. Так, подождем чувака, вон он. Я на вышку пошел. Ой. Вот, давайте здесь жить. Ой, сколько их? А где вход-то, ё-моё? Ё-моё, блин, Юлька! Зомби кушает меня! Нахрен, валим отсюда! Ты дальше побежал? Там чувака надо, да, все, побежали, побежали. Смог залезть, на. Раньше они отставали. Здесь уже. База, чат, пустите, пожалуйста! Пустите! Уход, идите нафиг! Ой, смотри, зато они сразу отстали после того, как ты на эту штуку залез. Серьезно? Да, они, смотри, остановились. Все, я в домике. Мне в домике не подходи. Мы в домике, так видишь, нечестно. Смотри, они остановились. Сюда не надо к нам идти. Что за забава такой? Не знаю. Капец, они сразу такой скрипт чик отключился. Назад там тоже где-то стоит. Ну, до него зомби он ломится. Давай к нам, братан. Все. Все, можно спокойно перестрелять теперь. Мне слишком много. Ну так и можно. Сейчас. Да блин, это что? Какой? Сейчас мы всех почикаем. Эй! Все? Все вроде, да? Пойдемте лучше посмотрим. Пошли. Палка. А вот они все. Да куда ты побежал-то, мудак? Да пошел. Он пошел обходить нас, короче. Нифига себе, тут лута. Офигеть, ой, я закосал тебя? Нет. А, он меня жрет, он меня жрет. Ребят, базу можно прикрыть. Давайте попрыгаем, может, кому удастся в одну пройти. Да что такое-то? Че он какой-то неугомонный вообще? Че, он тебя съел? Нет. Нет? Хотел, да, чуть-чуть? Хотел. Это было жестоко, конечно. Но еще один бежит лох. Ты сколько потратил патронов? Много. Я тебя спасал. Че, куда пойдем-то? А ты где? Лутаешь. Я там все посмотрел, там кепки. Базу ломать будем. Можно костер тут разжечь. Че, перепрыгнуть? О, да, костерчик. А давай по дереву залезем, не получится? По дереву нет. У тебя есть место, может, ты возьмешь, сделаешь костер. Вот тут вот логи валяются. Вот. А то у меня просто места нет. Не вижу бутлоги. Вот, а, вот, вижу, вижу. Сделай костерчик. Кофе сварю. Угу, прикольная тема была бы.
Я кофе-то попаду. У тебя фирит еще, ну как раз тебе кофе надо. А ты где? Давай вот тут костер разжигай. Ну прямо на этой всю фигне. Нет, зачем? А че? Вот тут удобней. А то чем там суетиться-то? Ну так зато это. Где он? Не знаю. Ты серьезно? Серьезно, он сейчас. Набежала. Ну, наверное, не, он просто не поставился. Давай сюда. Батарея из проплат, все есть, там уже топливо. Блин. А зажечь чем? Так он основу не поставился. А есть чем зажечь? Нет. А что за шляпа? Если попробует лечь и попросит, напрыгнуть на меня. Что-то костерочек не ставится. Ну, пойдем дальше. Лечь не держал. Пойдем куда-нибудь под березку вообще. Воу! Что-то резко туман кончился. Чего, у всех такая фигня, да, что ли? Вот это эффект вообще, вот это переход. Ты куда? Чуваки, базу же хотят взорвать, нет? Ты куда пошел-то? Да, костер сжечь. Вот тут. Во, все. А разжечь его чем? Хрен его знает. А как сделать эту штуку, не помнишь? Боудрил или что, как Боудрил, да. Давай изучим как-то. Я даже не помню. Тряпка, по-моему, тряпка, да, и... Так, это я лук. Лук сделал. А, чем мы мутим? Там у меня флэр есть. А, отлично. О, все, ништяк. Давай, буду сейчас кофе варить. Кофе! А-а-а. Так, у меня, по-моему, тоже вода была. У меня дети ватер. Короче, я кофе все скидываю. У меня опять кофе. Я же заняла. Блин, точно не получается. Так. А что-то вот как раз мне опять. Над освещением вообще четко поработали. Потому что освещение такое классное стало в игре. У меня даже есть немного сахара, я тебе потом делаю сахаром. Хочешь? Сахаром? Да. Конечно. А костер не горит. Что-то горит, горит. А вот у нас горит. А у чувака не говорит. Алексей, Юля, добрый вечер, я ваш учитель. Снова присутствую же. Екатеринбурге, почему переехали, знаем, где какой город Кривогорода закрытый военно. Нет, к сожалению, мы этого города не знаем. Почему мы переехали? Я в Екатеринбурге жил, может, всего лишь лет 5. Ну, где-то так, наверное. Так, давай сейчас кофе сделаем. Теперь поживем в Питере. Юлька, что-то у меня вообще прямо... Я сейчас сделаю кофе, и ты будешь рад. Ну, коль ты не шутишь, то... Я заюзываю костерчик, да? На втором или... Скинь-то гадости всякой. Крафтинг. Зомби, что ли, блядь? Кофе. Будешь? Буду, давай. Давай, иди сюда. Ну, что там? Сейчас ищу, куда она положила. Где же? Вот. На, парочку. Вообще четко. От души просто. Только не выкидывай бутылку. Ладно, ладно. Я буду ходить. Ладно, ладно. Кепочка зеленая опять. Ну, че же? Нет, ничего нормального вот у них, а? Что там, олень бешеный бегает. Все у тебя нормально, тиры, а поесть, покушай, на, покушай. Что это с оленем? Ты покушай. Сейчас, подожди, а что это с ним? Олень, ты что? Не знаю. Дурак, что ли? А ты что кто-то дал? Цвета такие яркие, прямо живые стали в игре. Смотри, Юлька, вообще же, да? Красиво, красота такая. А для чего? А, соль. Принскрин. Покушать будешь? Покушать буду, да. А, ложу в... А, вон, постриди. А, все, да, в костре сейчас возьму мясо. Где бы тут... А, река, я пойду. Дай мне бутылку. Ну, не совсем из Владимира, Владимирской области. Я сейчас пойду. Это я для тех, кто там в чате пишет. Кофе, бутылку, куда дел? Кофе? Бутылку, А, бутылку? Тебе, да, дай? Да, я пойду за водичку. Empty bottle отдал. Вот, валяется. Вот, бутылочка. Одна? Да, одна только. Я одну-то выпил, одна осталась у меня. Я кофе. Пойду бегу. Давай. Так, как там присесть возле костра? Посижу пока. Пойдемте по... А кто тут был? Постараемся на базу. А кто здесь был? А что там? Смотри,
Три трупа. Так, наши, наши, наверное, бегали. Потом пристроим базу и базу нашли. Давай, пробуем. Давай, Юлька, я тебя... О, стагнат, вот он. Че я тут не нашел? Сейчас тоже кофе. Одно сварю я. Сейчас, сейчас. Кстати, блин, у меня, наверное, Counter-Strike, как всегда, в этом, на Twitch написано. Да, я пока... Сейчас обновим. Обновим побырик. Надеюсь, пока меняю статус игры, там зомби не придет, не скушит меня. Я надеюсь, тоже пока не будем убирать. Наш один. Ты тоже сэ? Сейчас, чуваки, наберем воду тут себе. Все, чуваки, поменял. Пойдем в путь. Это что происходит? Меня уже едят? Юлька, меня едят. Я не знаю, я была возле воды. Ё-моё, умираю, Юлька, помоги, пожалуйста. Я возле воды вон собираю. У меня тут есть первая аптечка, первая помощь, если надо. Давай, Юлька, а то я сейчас умру. Бежишь? Так бегу, беги ко мне скорее, пожалуйста. А что, у тебя не видно, что ли, твое ничего? Так у меня тут вылезли эти рядом нотификации, уведомления рядом, о том. Рядом, сюда. Кто прописался? Давай. Где? Бля, тут капец вообще, все, я сейчас помру, чувак. Убейте его нахрен, пожалуйста. Давай, блин. давай, где? А, вот, на. Сзади еще. Убей его, пожалуйста. Я вижу тень, как ты с ним борешься. Он борется со мной. Покоцал. Ух, ты мой спаситель, короче. Так. Так вот, турчат меня пропал. У тебя бутылки, если есть, нет пустых. Я все напомню. Ладно, пошла я воду кипятить. Так, что? А нахрен тут столько стрел вообще? И чё они в воздухе? Я бросал, бывал у зимбарей. Добро-то не надо так вот. Оставляй по дороге, ты чё? Тут очень много зомби. Я бегу за тобой! Так, ну я возле костра. Так, лучше с фонариком не палиться здесь вообще. Кстати, пистолет надо поменять. Нифига себе, сколько у меня оказывается. Да откуда у вас столько зомби-то лезет? О, еще 6 патрошек есть, да, на М9. Да, не закрывали. Ты что патроны-то так тратишь? Я о тебе беспокоюсь. Я кофе варю. А, ну вот у чувака тут этот. Да какой дикий какой, смотри, бешеный. Бешеный зомбарь. Вообще, что-то какой-то бешеный. Пойдем на базу. Я же тут, погоди. А, это... что, у тебя прямо движуха жестко? Я хочу в воду, они все бегут. Сзади он еще. Убил? Конечно. Видишь, как я подстраховал тебя? Спасибо. Так, 7 кофе и 2 чистых воды. Нехило? Очень нехило. Место-то есть? Да, вроде бы нет. Сейчас сок тогда сделаю. Тебе надо что-нибудь? Да не. Вот чуваки обратно идут. Походу их план по сносу, по завоеванию этой базы не удался. Почему? А не знаю. Так, положим на горку. Машинку так мы и не нашли, чё-то. А что, машину там оставили, да? Мы же можем не вернуться. Можем варить этого. У меня же жир есть. Кто ж спит? Жир есть? Аквари, да. Конечно. Так у меня просто не полезет. У меня полезет. Давай. Давай, закидывай жир. Точно у тебя полезет? Да полезет. На. У меня вообще все залезет. Ну там 3 человека же в машине влезает. У нас 5. Ну, мы поедем. Ну, можно кого-нибудь здесь оставить или еще чего-нибудь. Значит, он стоит тут не прикольно. Варится жир? Ну, не знаю, наверное. Смотри, чтобы костер не попал. Два не лопат, что-то долговатка. Так. Так, чуваки, в чате, не ссорьтесь там. А чего они ссорят? Выясняю. Блин, подобрала как-то. Правильный или неправильный вопрос.
Так. Раз, два, три, четыре. А что-то где-то еще было, чувак. Скрап металла ни у кого нет. Пять штук нет. Такого нет. Добра. Блин, что-то Юлька уже, походу, у них как-то изменился рецепт топлива. Animal Fat. Давайте берем. Animal Fat как лежит, так и лежит. Может, изучить надо. Точно. Ты, наверное, не изучила, нет. Поэтому он тебя не смотрелся. Еще надо что-то добавить. Вот это твору. Походу, да, действительно что-то поменялось. Не знаю. Может, надо добавить так капельку мочи. Ладно, пойду осмотрю местность. Местные окрестности. Прикольно звучит. Местные окрестности, местности. Ты вообще просто рэпер. Это патология уже какая-то пошла. Я вижу в тебе большие это. Местные окрестности, местности, ёлки. Это мое сено, если что, это мое. Я забил. Я присвоил. Я вот там буду жить. Я домик нашла. Аж один спрашивает, стоит своих денег? Сейчас еще 1200 стоит. Ну так-то стоит, но... Надо было брать, когда он стоил 300 рублей. 419. В этих же машинах никогда ничего не лежит. Но у нас стоил он сколько? 419? Он стоил 419 же. Нет, а у нас на сайте. Сейчас пока у нас временного на сайте нет, а так у нас стоит 899 рублей. Кролик! А ты где? Да я тут на дороге. Ты чё, мать, я рядом с тобой. Тебя потерял. Нашла там что-нибудь, нет? Тут в этих машинах никогда ничего не бывает. А, вот ты где. Да, конечно, я жду. Тут стою, жду рядом с тобой. Чё, куда мы идем? В ночь. Прям в ночь. Уходим. Pleasant Valley нам не дался. Стой, а что там такое светится? Это реально спать надо. Чё там? Идем со мной, пойдет со мной сзади, сзади. Опачки! Сзади кто-то идет. Кто говорит сзади? А, зомби сзади. А что там такое там? Опачки! Там база светится. А куда все уж убежали? Все куда-то убежали? Сзади. Чего они сзади? Чего они там убили? Юлька, зомби за тобой! Беги! Да я убью его, не трать на него патроны. Да я далеко, я... Он теперь за тобой! Ну, мочи его. Кто патроны будет тратить? Теперь он за тобой. Все нормально? Меня укусили, надо использовать галочку. Пойдем на базу, че? Догадайся, что у него в луте. Что? Было. Догадайся. Такая зелененькая. Зелененькая козявка? Что у него было такое? Кепочка. Интересное? Кепочка. Юлька, ты бежишь вообще? Нет, на да. Базу-то. Ты что-то я тебя не вижу. Сзади я. А ты таблетки принимал, когда какие-нибудь когда бежал? Какие таблетки надо принимать? Я не знаю. Так... О, нифига, там вообще смотри, как все классно. Там все горит, что-то. Кто-то ее захватывает, что ли? Думаешь? А что она так горит-то? Я не знаю, может это просто факела. А вдруг кто-то захватывает, она горит? Воу, что-то она вообще полыхает. Ребята, мы стали свидетелями. Ну, вроде никого нету. Жесткого захвата базы, смотрите. Никого не видишь? Нет, никого не вижу. Я никого не вижу, а что она горит тогда? Сейчас осмотримся получше. Ну, видать, кто-то ее поджег. Кто-то перед нами по карте идет и тут все рушит, сжигает. Мы идем сжигает. По чьим-то следам. Угу. Нифига себе. А может дождемся, когда она сгорит к чертовой бабушке, и мы залезем в нее, а? Как вариант. Как говорит, вариант, она страшна. Да. Вот, что-то я прошла по шипам каким-то, оказывается. Сильно, шипы. Сильно запоролась. Аккуратно. Вот по ягодам идешь, там шипы. Может, мы их нагоним, и они нас убьют. Вот там еще одна база. Тут тоже горит? Пойдемте сходим на военную базу. На военную базу? Пошли на военную базу. Точно, военную базу же какую-то ввели. Пойдем? А что, далеко она? Да? Там Б4. Б4, ну недалеко. Б4. А, так вообще рядом. Вот же она.
А вот Pleasant Valley, а B4. Вот это что ли военная база или что? Вон он мост, вот за это, к этому мосту. Он, нормально, погнали, что? Вон тот дальний мост. Мы, ребятки, мы идем на военную базу. Давайте, идите, кто ведет? Сюда. Вот куда-то сюда нужно, да? Ну, коль не шутите, пойдемте сюда. А ты где? Я за вами иду. А что, не спеша, медленно прогулка? Прогулка, что ли, тут тебе? Давайте, идите, я сзади просто за вами смотрю. Чтоб никто не потерялся. Буду смотреть на твои зеленые шортики. На кривоного бежит как. Ну, есть немного, да. У чувака вообще тут костюм, не знаю, там, Супермена. Ручеек какой-то маленький. А что там интересно? Не знаю, мы там не были, пойдем посмотрим, что там может быть. Там может вообще чуть крутое. Куда? Вот, тут заказался. О-о-о! Задонатил 50 и сказал: Юлька и Леха, желаю всего самого наилучшего. Почему вы не подписываетесь? Нет, когда там донатишь, там есть такое имя, просто сейчас на экране, и все его видят, это мы с тобой не видим. Ты что-то вообще отстаешь? Они могли бы написать: Леха и Юлька, желаю всего там самого наилучшего, ты там, Ваня, допустим. О, прикольно же, прикольно было бы. Так, галс, да, пока убежите. Прикольно, вам тоже всего самого наилучшего. Да? Да. Ура, ура, мы сейчас идем какую-то базу. Вперед на базу! Там, наверное, зомби военные. Как в Сталкере, нет? Интересно. Там ни разу не видели таких военных зомби, да? Ну да. Бежим, бежим, а мы бежим. Надо что-то петь песенку при этом зомби, 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 зомби. Ну, зомби пока, не пока их нету, да, можно песенку не петь. А так, в принципе, не нужно. Вон волк там, да, это олень. Мчит меня олень, мою страну олень. Знаешь, такую песню? Да. Ты со снайперкой, у тебя много патронов? Мне дали, у меня один. Фига, клево, наверное, тебе. Угу. У меня было место. Пришлось отказаться от пистолета. Вообще мы правильно идем или... Не знаю, а кто ведет-то? Может, нас хотят завести куда-нибудь на край карты и пришить там? Я бегу. Эх, жаль, у меня всего два патрона осталось. Степи, сплошные одни и те же пейзажи, луга. У тебя два патрона всего? Угу. А у тебя какие патроны же у меня были, какие-то еще? М9. А что за патрон-то? Нет таких патронов, М9. Ну блин, 9 калибра, 9 миллиметров. О, надо будет посмотреть, может быть. 0,45 еще. А, 0,45 для были. Для дробаша, может, что-нибудь. Нет, дробаша, к сожалению, нет. У меня самой только 308 и 380. Все. Чё-то я вообще ничего не вижу, где какая тут. О, Б6 уже, а нам нужно на Б4, так что уже скоро. Где тут военная часть? Уже скоро. Ну ладно, посмотрим. Судя по всему. Ну, хоть где-нибудь показался, но за холмом, не знаю. Может быть, за этим холмом. Чувак спрашивает, когда обнова на Gamerhead. Когда ты говоришь Gamerhead, ты должен уточнять, что ты... о чем ты вообще спрашиваешь? О маркете, об арене Gamerhead. Об магазине Gamerhead. Бонги, вышка, туда надо бежать. Угу. Вот вышка, да? Ага. Прикольно, я самый первый увижу ее, да, чуваки? Прощайте, неудачники, я всегда вас ненавидел. Нет. Ну, ты знаешь, что я бегу со снайперкой, а ты впереди меня. Так я же пошутил. Ты чё? А я нет. Ты чё, мать? Так, вышка есть, а... военной базы нет. Может быть, это есть, а военная база? Это военная база, да? Ну ладно. Клёво. Ой, да сколько бежать там? Прям бежим, по Б4 будет база. Чё, по дороге надо бежать? Так, мы на Б5. Ну да, еще один квадрат. Пробегаем и увидим, наконец-таки, ее. Надеюсь. Так, где у меня там? Б4. К.
карта-то, наверное, обновилась. Ну, а теперь я буду самой первой. Теперь нет, самой не смей. Первой. Сейчас я буду тебе по ногам палить. Когда пополнение цифровыми ключами... А какие именно цифровые ключи тебя интересуют? Ну, тут спрашивают, что про GTA 5, про H1. GTA 5, сегодня неделя. Дридан. Ну, может быть, на этой неделе... Опачки, ребята, вот оно, смотрите, красота-то какая. Это не база, это целые лагеря. Вот это да. Я убила оленя, чтобы не заграждал. Вперед, на базу. Сейчас бы начать вертолет и улететь куда-нибудь. Это я тогда дышу. Наверное, устал, нет? Вроде никого движения не наблюдает. У нас такая группа мощная, нас надо бояться. Интересно. Нас надо бояться, как ты думаешь? Конечно. Уверен? Ура! Что-то новое, ваш один. Ура! Ты рад? У меня тирет. Вот этому я вообще не рад. Кофе попей. А, да, ну ладно, сейчас добежим. Где вход? Азад, что ты сейчас скриншот сделаем. Давайте. На каком-нибудь высоком видно. Че, бешеный кролик бегает, да? Можно на башенку сделать. С виду на военную базу. Интересно, здесь вообще зомби-то есть или что? Что-то пока не наблюдается, да? О, военная база целиком состоит из вот таких штучек вышек. Пойдем, зайдем, посмотрим, что там. Тут все полезли, я полезу. О, палатка. Самая настоящая так, палатка. Ну-ка. Волк. И ни хрена в ней нет. Все, нет волка. Так, кто еще? Вроде нет никого. Че, пойдем по палаткам лазить? Бля, медведь, сука. Где? Да вон. Сейчас мы будем убивать. Промазал! Попил кофе бы. О, нормально. В чем прикол этой военной базы? Тут что-то нифига нет. Какие-то лабиринт какой-то. Казармы. Такие палатки стрёмные. Да, о, шкафчики, ништяк. А в шкафчиках пустота. Ну все, дайте хоть чего-нибудь, ё-моё. Ну, может, здесь вообще никогда ничего не было? Может быть, все уже собрали, либо все редко. Когда так, ладно, надо кофе зафигачить с сахарком. Зато поспать тут на кроватке можно, кстати. Че, серьезно? Да. Вот, точно, все, я дрыхну. Ну, они бы хоть сделали, я не знаю, там, для интереса, что как я ложусь. Нет, ты спишь. Стой. За 15 секунд можно? Ты спишь стоя. Так. Покушать нам что-то. Покушать. Отличная, кстати, идея, покушать. Да, я бы сейчас покушу. Что-нибудь покушал бы. У нас кончился хлеб. Да, надо в магазин идти. Ты что за отстойное место-то? Это отстойное место, здесь ничего нету. Не, ну прикольно, если захватить себе здесь все. Ну если такое? Здесь есть что-то ценное, что... Ой, кролик. Часто появляется, то может... Кролик сидит. Есть в этом смысл. Смотрите. Ой, смотри. Это кролик. Тут еще много контейнеров всяких. О, Pleasant Valley map. Я его буду скринить. Нашла Pleasant Valley. Смотри, Юлька. Ой, какой смешной. Это кролик, обкуренный Базирует. Кролик. Да, ему нравится, когда его фотографируют. Зачем ты его убил, Азат? Ну зачем? Зачем? Зачем ты его режешь? Бедный кролик. Ты его так фотографировал, господи. Он приснится мне во сне. Мы под вас судим. Президентский дом. Барбекюшница. Пойдем съедим его на барбекюшнице. Поджечь как-то. Кого поджечь? Барбекюшницу. Да, если у кого-нибудь есть фаер. У меня есть фаер. Фаер. У меня есть фаер. Сейчас попробую поджечь. Ну разве фаером можно поджечь? Конечно, рядышком кидай и все. Рядышком с костром. И все будет прикольно.
О нет, я вижу кровь бедного кролика. Нет, не получилось. Я больше никогда не буду ходить рядом с этим местом. Не получилось, я спойлила. Ты как так-то вообще? Ну как так-то? Так, может у меня есть еще, нет? Нет, больше нету. А чувак пишет, задонатил вам полтинник, объявления нету. Ну, если нет объявления, я потом посмотрю по базе данных. Может, что-то забаговалось. Мы прочитаем его в следующий раз. Да, то в следующем стриме обязательно. Ну кто-нибудь, неужели никто не подожжет? Нет, видимо, никто не подожжет. Что за разборки? Что за разборки такие вообще? Так, время 21:33. Че, ребят, сколько мы вообще стримим, а? О, да как резко появилось солнышко, что за хрень вообще? Что за хрень вообще? Стримим, мы же обещали стримить 3 миллиона часов. Все, 3 миллиона часов прошли, я буду на вышке спать. А че тут столько зомби? Где? Вот тут поворотом. Ух ты! Там что такое-то, все залезли, я не могу. Тут вот очень много зомби. Да. Ой, серьезно, ну что-то тут вообще... Может кто-то прибежал? Может они только днем тут ходят? Нифига себе! Как так-то? Почему они ночью здесь не ходят? Там наверху еще какая-то вышка, смотри. Вон там. Блин, стрёмно, что так скрин нельзя сделать. Ну там еще какая-то вышка. Вон. Ну куда я гляну? Ну да, просто вышка. Там что? Чё-то зомби-то вовсе не похожи на военных, а? Ну тут они неплохо оккупировали зомби. О, вон еще вышка. Вон там. Прикольно, вот там базу поставить. Угу. Но здесь ничего нету. В чем прикол? Ай, выйти не могу, выйти не могу. Может еще ее пробежать чуть-чуть? Да нет, такая база. Беспонтовая? Угу. Дуралей, смотрите какой. Нет, ну тут столько ящиков, неужели ничего нет? Чувак спрашивает, Лёха на геймерхеде H1 или DayZ будет? DayZ в альфа до сих пор, да, наверное? Ну так же, как и H1. Так-то да. Ну, может, будет, да. Но он был ведь? Был. Сейчас что-то нет. Ну, давно был. Да надо сделать, да. Я говорю, может быть, на этой неделе и... Да, на этой неделе появится H1, тогда. GTA появится и возможно, GTA, да? Ну и DayZ тоже. Че уж, все в баг. Все в баг, короче, пойдем появится. На B2, там, по вашим заявкам. Че он сказал? Я половину не слышу, что говорят вообще. Что тогда все сегодня закругляемся, останемся пока здесь на базе, пока здесь. Да, давай найдем палатку, в которой мы вырубимся. Пойдем, это будет наша собственная палатка. Да, пойдем в отдельную палатку с тобой, у тебя прикольные там шортики закрыто зеленые. Все, погоди, там с той стороны открыто, надо чтобы во. Давай, вот в эту палатку, пойдем, спрятались от всех, все, мы тут спрятались, давай. Всем пока. Всем пока, мы тут спрятались. Какая тебе нравится, кровать выбираем. Сейчас все пойдем выбирать. Все кровати будешь выбирать? Надо, то есть попрыгать, попрыгать. Ни на одну запрыгнуть нельзя. Тогда придется спать. На где? Полу. На полу, да. Можно я кого-нибудь убью? Кого ты хочешь убить? Кого-нибудь. Ой, вон там еще тоже вышка прикольная. Ну ладно, все, давай заходи, я ухожу в домик. В домик ухожу. В домик, заходи. Заходи, я буду тебя охранять в доме, вот здесь вот стоять. Все. Спасибо. Ладно, ребята, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Может, побежали на B2, там тачки резают. Ребят, ну и все, короче. Вот. Спасибо, что это были с нами. Это был стрим на Твиче. Кто-то сейчас смотрит это на HFM Games. Да. Значит, надо вам подписаться на Твич. Ссылка есть в описании под видео. Задержка на Твиче маленькая, поэтому мы с вами стараемся общаться в реальном времени. Давай. Вот. Читаем чат. Чуть-чуть иногда. Это был H1Z1. В следующий раз мы поиграем что-нибудь другое, или может продолжим в H1 играть, а может в GTA там втроем с Костяком поиграем, или в что-нибудь еще новенькое. Ну во что-нибудь да поиграем. Да, или завтра, или завтра придумаем. Может быть, вы что-нибудь предложите. Сейчас КС-ку не будем, ребята, потому что у нас есть еще дела, надо кое-что поделать. Вот. Ты всегда так говоришь. Да. Дела есть всегда, без них вообще никак нельзя. Да, и всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч на наших каналах. Всем пока.